Ну, как положено. Вот, хорошо, ровно. Теперь ровно, спина. Теперь по дыханию твой вопрос. Мне будет важно. Да. Потому что я уже сейчас... Ставлю палец уже на лоб. Не толкай мой палец туда, встань. Вот, да? Хорошо, смотри, еще разик. Смотрите, я его держу, встает. Вот. А теперь встать и надо сделать удар. Еще раз. Держу палец. Скипы держи. Теперь вставай. Все, молодец. Валера, все отлично. Я объясняю. Еще раз. Смотрите, теперь, чтобы просто объяснить. Я сажу палец. Если у меня движение идет на напряжение, да, то есть мне надо напряжение сделать, и видите, пауза образуется. Надо толкнуться ногами. Все, я отсюда... Мне не встать вообще. Просто не встать. Теперь на расслабление, что такое вдох. Смотрите, вот это вдох на напряжение. Напряжение внизу, опора. И я начинаю вставать. Но при этом я сместил центр тяжести. Теперь я начинаю не отсюда вдох, а вот отсюда вдох. Да, это на расслабление. Я выстраиваю осанку. И уже пошел, видите, без паузы движение. Вот он палец держит, смотрите, я выстраиваю раз, и без паузы делаю, у меня нет паузы. И включать я могу силу где угодно, в любом месте. Смотрите, я сижу, держит на напряжении, ич, ни, включил силу с самого низа. А теперь я по расслаблению могу где угодно ее включать. Смотрите, выстроил осанку, начинаю, раз, сделал. Два, сделал. Три, сделал. Где угодно. Четыре, пошел вперед, сделал. Поэтому японцы так очень любят показывать со стульями вот эти вещи, да? Потому что старт начинается молниеносно. Он не должен начинаться вот с такого движения. Потому что это напряжение, вдох на напряжение. Вдох, напряжение, и вы начинаете долго подниматься. Здесь вдох у вас идет вот, и вы начинаете с носки на пятки вот так вот раскачиваться, да? Видите, раз, два, три, четыре, пошли в удар, да? То есть вот Валера чуть-чуть отошел назад в стоечку. Смотрите, вот я стою, вот вдох пошел, раз, два, три, движение, да? То есть нету начала движения. Раз, два, три, лежи. То есть вы начинаете сразу, да, поменять точку, да, движение. Раз, два, три, да, и я силу, видите, включаю не в самом начале. Да, видите, раз, два, три, в самый последний момент. Понятно, да? И поэтому, когда мы стоим с ним и делаем вдох на напряжение, он это тоже видит. Когда я делаю вдох на расслабление, он не видит начала движения. А я могу двигаться и включать где угодно. Раз, два, три. Движение. Удар. Все. Давайте. Ответил, да? Все правильно.